Сали, подойди, пожалуйста. Итак, в чем дело? У тебя сейчас два варианта. Либо ты говоришь мне, что с тобой, либо завтра уже тут не появляешься. У меня проблема с сетчаткой. Я плохо вижу. Насколько? 5% от нормы, и то не резко. Почему ты это скрыл? Потому что меня никуда не хотели брать. Мне очень жаль, но я не могу допустить повторения таких инцидентов на кухне. Сейчас мы разберем слайсер, я тебе все покажу, ты его освоишь и будешь работать. Понял? Спасибо.